Давай, говори. Добрались на вершину горы, чтобы собрать урожай. Достойный. Кстати, да, вот тут дикая. Сёма говорит, что это ежевика, я думаю, что это малина. Натуральная ежевика, блядь. А мы находимся сейчас, мы находимся почти на самом верхнем склоне всей этой дороги. Вот там, кстати, вдали, вон там, видно, ёбаный, о, блядь. Вот Серега испытывает сейчас на прочность Toyota 4Runner, полный привод, 4-литровая машина. Кстати, она неплохо себя показала. Мы сейчас бампер оставим здесь, нас потом за бабки за это снимут. Ну ладно, Семыч, короче, кушает ежевику. Я не знаю, Сем, я бы на твоем месте не ел бы ее, потому что мы в диком районе где-то. А вот эта дорога, которой мы едем сейчас, то есть это, в принципе, первый уровень. То есть, как бы, это еще легкий уровень. А я вам покажу уровень сейчас черного цвета, это зеленый. Вон там вдали, уровень 70 какой-то, то есть там, в принципе, на машинах нельзя ездить, а там ездят эти четырехколесные эти квадроциклы. А высота вот такая, я думаю, что где-то метров 100, наверное, обрыв здесь. Я думаю, это даже может и больше, метров 500. Но мы, в принципе, я думаю, что мы не на самом верху еще, потому что дорога уходит вот туда вот. Вот это такой краткий репортаж с места событий. Тут такие интересные елки, интересные люди. Мы забыли взять карабин. У Сереги есть карабин. Мы об этом очень сильно пожалели. Потому что в таком районе, если мы найдем себе проблемы на жопу, то это будет действительно большие проблемы. Нас просто могут убить какие-нибудь охотники. Все, до связи. Это был Серега, вот он, пожалуйста. Ушатывает наш 4Runner. Это был Сема. Он Сема, нажрался ежевики, и да, это были последние его слова. Сема, привет маме передай, пожалуйста. Чтобы... Мама, ежевика была вкусная. Серега все-таки пытается нас оставить здесь на растерзание волка. Серега, скажи пару слов. Ушатала, блядь, джипарина. Да, наш техашки. Вот, мы текилу, кстати, начнем. Московская ушла на первом уровне, сейчас на втором уровне с текила, короче. Да, вот сейчас мы, блядь, поедем по кустам. Да. И когда будем возвращаться пешком, будем допивать пиво. Ну вот это был ваш репортер. Денис меня зовут, фамилия моя Маврине, французская фамилия. Потомок Чингисхана. Потомок Чингисхана. И его еврейский друг. Да, его еврейский друг, короче, наш московский товарищ ушатывает только 4Runner уже, я думаю, мы не доедем, короче. Найдете эту камеру, снимите, пожалуйста, про нас фильм какой-нибудь. Все, до связи, пока.